Tangem Node – криптокошелек для хранения биткоинов и истории транзакций по операциям. Сам криптокошелек выглядит как обычная банковская карта, с тем лишь отличием, что здесь нет видимого чипа и магнитной полосы. NFC-чип установлен внутри. Таким образом, визуально никто не определит, что у вас именно криптовалютный кошелек, что снижает возможность кражи устройства. С обратной стороны карты есть уникальный идентификатор карты и ссылки на сайт, где можно почитать пользовательское соглашение и найти линки на скачивание приложений. Для работы с кошельком потребуется установить приложение Tangem на смартфон с операционной системой Android или iOS. После успешного сопряжения приложение позволит активировать карту, то есть создать на ней биткоин-кошелек. В дальнейшем, чтобы получить доступ к кошельку, вам придется прикладывать карту к телефону. Обратите внимание, что кошелек работает только с биткоином, и перенести в Tangem свой существующий кошелек не получится. Ключи транзакций создаются и хранятся только на картах. Так что если у вас есть накопления в криптовалюте, переводить их в Tangem придется через блокчейн. Что в итоге? Tangem Node — это безопасный одновалютный криптокошелек, который не привлекает внимания. Отправка токенов происходит по привычной схеме. Отличие лишь в том, что для проведения транзакций придется приложить карточку к смартфону с установленным на него приложением Tangem.